До праздника Победы осталось не так много времени. В Рыбницком музее боевой славы началась подготовка экспозиции, приуроченной к этому дню. Материалы мы уже подобрали. Это оригинальные фотокопии. Также военный быт готовится и подбирается. И будет выставляться 9 мая. И мы ждем наших жителей посетить наши выставки, экспозиции. Посетив музей сегодня, можно ознакомиться с экспозицией, посвященной 69-й годовщине освобождения города и района. Весь нелегкий путь войны, который пришлось пройти рыбничанам, можно проследить по тщательно собранным и сохраненным сотрудниками музея материалам. Идей у нас вот много. Мы хотели бы показать и наши экспонаты, которые собраны, и выставить их в достойном виде. Мы надеемся на вот помощь наших горожан, чтобы было что показать и в хорошем виде, как вот в европейских странах музеи показывают, и в тех же странах, и в Российской Федерации, Украине. Хотели бы, чтобы наш город не отставал от этих стран, и это музей – это лицо города. Кроме действующих экспозиций, в Музее боевой славы работают и передвижные выставки. И несмотря на то, что с этого года были введены платные услуги, интерес к истории остается. Посетителями музея являются не только местные жители, но и гости нашей республики. За 2 года работниками было проведено более 400 экскурсий. Музей посетило около 3500 человек. Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.